Вот и наступил первый месяц зимы. Разные предсказатели в различных средствах массовой информации обещали нам всем суровую холодную зиму. Пока первый день зимы показал, что это не так. А как думают чистопольцы? Что они ждут от будущей зимы? Да, видимо, зима холодная будет, должно быть. Холодная зима к урожаю, дай бог, урожай. Лишь бы мир, самый главный, и здоровье. Это ничего не жду, что я жду. Ничего хорошего нет в жизни, ничего не будет. Лучшего, всего самого хорошего. А что вы под этим подразумеваете? Чтобы хорошее настроение было, в магазинах все было, цены были хорошие. Прожить хорошо, чтобы было тепло, чтобы было с продуктами все хорошо, чтобы мир был, никаких передряг. Самое главное, а что еще больше? Мы ждем. Мы кажется, ждем хуже, хуже, хуже. Лучше ждать нечего. А почему? Ну да, во-первых, я учусь. Хочется это, в общем-то, чтобы зимой также продолжить хорошо учиться. Ну, зимой, конечно же, Новый год. Хочется хорошо провести Новый год. Ну, что еще? Вообще, чтобы погода была хорошая, вот как сегодня, например. И люди были хорошими. От наступившей зимы? Не знаю, тут времена меняются каждый день. После Нового года я не знаю, что будет. Цены поднимаются. Ну, хочу это самое, чтобы был порядок везде. Национальные эти вопросы решили, все. Ну, жили дружно, счастье все. Урожай, урожай, миленько, и спокойно, и немножко продукты снизили бы, вот это. Самое лучшее все, что было у нас. Все продукты были, все-все, что еще больше. Тепло было в квартирах. Все? Самое главное тепло, что было. Самое главное тепло. Остальное все будет. Хорошо, спасибо. Взяла ржаной хлеб, а мне нельзя изжога. А я все равно взяла, что сделать? А белый не достался. Что сделать? Спасибо, миленький. Спасибо. Хотелось бы, конечно, чтобы немного рабочих мест создали в городе. Чтобы нас немного хоть, чтобы не сидели дома. Рабочие места были. И цены, конечно, нас мучают всех. Да? Конечно. Как тебя зовут? Вадим. Когда у тебя день рождения? 2 декабря. Значит, сегодня. Ну и как вы отпраздновали твой день рождения? Вместе с кем ты его отпраздновал? С мамой, с папой. А подарок был? Да. Подарок тебе понравился? Да. Ну что ж, желаем тебе счастья и здоровья. Ну что ж, сколько людей, столько и мнений. И все же хочется всем нашим зрителям пожелать в будущую зиму побольше тепла и радости. До свидания.